Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1330. И нам нужно найти значение выражения и пункт А. 84,25 нужно умножить на 3. Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, сначала выполним умножение в столбик, не обращая внимания на запятую. 3 умножаем на 5, 15, 5 пишем и 1 в уме. 3 на 2, 6, 1 в уме, 7. 3 на 4, 12, 2 пишем, 1 в уме. 3 на 8, 24, 1 в уме, 25. И теперь в получившемся произведении запятой отделяем столько же знаков, сколько было у нас дроби, на которую мы умножали. Здесь у нас было 2 знака после запятой, значит 2 знака после запятой будет и в получившемся произведении. Поэтому мы получаем 252,75. Пункт Б. 0,255 нужно умножить на 28. Выполним умножение в столбик. Сначала 8 на 255, умножим 8 на 5, 40. 0 пишем, 4 в уме, 8 на 5, 40, и 4 в уме, 44. 4 пишем, 4 в уме, 8 на 2, 16, и 4 в уме, 20. 2 на 255 умножаем, 2 на 5, 10. 0 пишем, 1 в уме, 2 на 5, 10, и 1 в уме, 11. 1 пишем, 1 в уме, 2 на 2, 4, 1 в уме, 5. Складываем. 0 сносим. 4, 0, 4, 0, 1, 1, 2, 5, 7 и 3 знака после запятой было. У нас дробь, на которую мы умножали, значит 3 знака отделяем запятой в получившемся произведении. И получаем 7,14. 0 на конце мы отбрасываем. Пункт В. 0,125 умножаем на 312. И сначала 2 умножаем на 125. 2 на 125 будет 250. 1 на 125 умножаем будет 125. И 3 на 125 умножаем. 3 на 5, 15. 5 пишем, 1 в уме. 3 на 2, 6. 1 в уме, 7. И 3 на 1, 3. И складываем. 0 сносим, 5 и 5, 10, 0 пишем, 1 в уме, 2 и 2, 4, и 1 в уме, 5, и плюс еще 1, 5, 10, 0 пишем, 1 в уме, 1 и 7, 8, и 1 в уме, 9, и тройку сносим, и 1, 2, 3 знака отделяем запятой и получаем 39 целых. Пункт Г. 6,75 нужно умножить на 144. Уже выполним умножение в столбик. Сначала умножаем, не обращая внимания на запятую. 4 умножаем на 675. 4 на 5, 20. 0 пишем, 2 в уме. 7, 4, 28. И 2 в уме, 30. 0 пишем и 3 в уме. 6, 4, 24 и 3 в уме, 27. И еще раз умножаем 4 на 675 и опять получаем 2700. И 1 на 675 умножаем, будет 675 и складываем. 0 сносим, 0 и 0, 0. 7, 0 и 5, 12, 2 пишем, 1 в уме, 7 и 7, 14, еще 2, 16, 1 в уме, 17, 7 пишем, 1 в уме, 2 и 6, 8, и 1 в уме, 9 и 2 знака с запятой нужно отделить в получившемся произведении и получаем 972 целых. И пункт Д. 4,8 плюс 3,5 умножить на 15. Сначала складываем десятичные дроби.
Складываем запятую обязательно под запятую. Пишем 8 плюс 5, 13. 3 пишем 1 двумя. Запятую сносим. 4 и 3, 7. 1 двумя. 8. 8,3. И теперь 15 умножаем на 8,3. 3 умножаем на 15, будет 45. И 8 умножаем на 15. 8 на 5, 40. 0 пишем, 4 в уме, 8 и 1, 8 и 4 в уме, 12. 120 получаем. Складываем. 5, здесь 4, здесь 2, 1 и 1. Знак запятой отделяем, потому что в числе 8,3 был один знак после запятой. 124,5 получили. И пункт Е последний. 18,6 минус 9,1 умножить на 32, и можно вычислить устно. 18,6 минус 9,1 будет 9,5, и 9,5 умножаем на 32 уже столбиком. Умножаем, не обращая внимания на запятую. 2 на 95, 2 на 5, 10, 0. Пишем 1 в уме, 2 на 9, 18, и 1 в уме, 19, 3 на 95. Умножаем 3 на 5, 15. Опять пишем 1 в уме, 3 на 9, 27, и 1 в уме, 28, и складываем. 0 сносим. 9 и 5, 14, 4 пишем 1 в уме, 1 и 8, 9 и 1 в уме, 10, 0 пишем 1 в уме, и 2 и 1 в уме, 3, и 1 знак запятой отделяем, получаем 304 целых. И выполнили задание 1330. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.